И всем здравствуйте. Новый день, новые приключения, новая железяка. Целый пласт листа какого-то. О, рычаг какой у меня. Не могу вывернуть. Вот такой листик здесь лежит. В районе где-то шестерка. Ржавчина там, всякая бяка. Ну, миллиметров 6 точно есть. Будем долбить, будем добывать. Ну вот я и победил. Победил я его, этот листик. Где-то 40 на метр 30. Может, чуть больше. Не мерил. Вот такой красивенький. Нашу копилочку. Материал шестерка, как я и говорил. А я все рою. И рою, и рою. Вот такой вот загигулин нашел. Это, скорее всего, заземление. Потому что у нее вон болтики сбоку. Я ее так чуть-чуть поколотил. Железяки, не железяки, бетон отпал. А у меня же есть товарищ монтажка. А что она может дать? Сейчас посмотрим. Вот так вот, если вставлять. Ну-ка. Она шевелится, я вам скажу по секрету. Это я одной рукой. Сейчас я агрегат выключу и попробую двумя руками. Да? Там я перестал рыть. Потому что там больше не клюет. Я здесь уже 100 раз облазил все. И снова. Я уже 3-й раз или 4-й подхожу к этой бяке. Я думал, она не поддается. Ну а сейчас решил. Думаю, надо попробовать. Победил. Вот такой карандаш я нашел. Вытянул я его с помощью вот этого карандаша. Вот этот карандашик у меня. Вот огород вот такой вот ему заделал. Раз, два, три. И вот эту добавлял. В общем, я его победил. Фух. Агрегат Дуся. Сейчас мы с ним тут еще покопаем, поищем. Поздно включил. Моторка идет по реке. И такое там румба, по-моему, гремела. Или как она называется-то? Колокольчик-то этот. Прям брякало сильно. Речка вот рядом. Здесь 150 метров. 200, может быть. Вот сколько намесил опять. Нравится мне это. Ух, 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 ух. Сейчас выкопаю кольцо какое-нибудь с проволоки, с двойки. Это вот болтик оказался. Вот такой вот. Итого у меня за сегодняшний день вот такой вот урожай. Небольшой. Это лес ловили. Багор. А мы продолжаем. Опять в эту лунку сейчас поеду. Ну-ка, лопату уберем. Проверим. Еще что-то есть. Ну ладно, выкопаем. Вот такая оказия у меня получилась. Нашел цепь. Сделал рычаг с трубы, которую вытянул
Сверху еще присобачил лом. И тягаю потихоньку. Потихоньку вылазит. Так же вот и трубу вытаскивал. Все гнется. Надо перецепляться. Сколько времени у меня на это уйдет, не знаю. Может 5 минут, может час, а может того больше. Но раз уже шевелится, это уже хорошо. Значит, она будет наша. Пошел я перецепляться и доставать ее. Ну вот, братцы-кролики, победил я эту цепочку с горем пополам. Я ее связал, вот сюда воткнул вот эту вот бяку, горбылину, короче. И с помощью вон той трубы и лома потихоньку с двух сторон качал, подкапывал. Все-таки я ее вытянул. Вот она. Фух. Продам цепь недорого. Одно звено 100 рублей. Так что обращайтесь. Кто-то у меня спрашивал, я не помню. Вот именно такую цепь. Это уже у меня третья или четвертая. Или пятая. Ну, в общем, они у меня уже были. А если их все собрать было и связать, она уже была бы у меня метров, не знаю, ну 5 точно. Ямина вот такая получилась. Там еще проклевывается. Звенья брякают. Сколько рыл и рыл. А вот они же. Вот такая ямка попалась мне. Ну, я закругляться буду, наверное, на сегодня. Все это убираю и до дома иду. Всем пока. Пока. Или не пока. Короче, я сам не знаю, что я буду делать.